Итак, ребятки, всем привет. Отгадайте, куда мы идем. У сына сегодня шаг еще один во взрослую жизнь. Прям совсем взрослую. Мы идем делать фото на паспорт. В общем, мы вчера на онлайн-заявку пытались тоже отправить. А у нас кое-как это вышло сделать. Мы с Дамиром бегали минут 40, чтобы сделать несколько фотографий, из них что-то выбрать. Не знаю, как сейчас будет обстоять дела. У нас фотоателье, поэтому я им предложу эту фотографию, которую мы сделали. Я ее подогнал под все стандарты. Не знаю, подойдет, не подойдет. Возможно, будет. Сейчас предложим. Может, не придется фоткать. После этого будет работать? Что, мужичок, ты готов фотографировать? А? Все, у нас в итоге не получилось предложить вариант наш, поэтому будем фотографироваться. Да, Дамирка? Дамир. Дамир. Смотри на папу. Давай тебе причешем немножко. Вот волосы. Там она солнышко. Так, надо, чтобы как-то он, знаете, вот он. Дамир. Дамир. Посмотри сюда. Чтобы он там ровненько. Ровненько сидел. Да. Вот, все, отлично. У нас тут такой, да, мы делаем еще не выйти. Смотри, сейчас птичка вылетит, смотри. Сделай, чтобы я не видно было, да, держать. Обычно вот родители садятся так вот на корточки, придерживают вас. Вот так. То есть даже если вы упадете чуть-чуть, я же вас все равно надела штаны, а вы. Ну-ка вот, Дамир. Вот. Ну-ка. Ну вот в принципе это можно считать. Но можно попробовать еще, если. Это в принципе считается полуоборот. Сколько ему? Год и 5 месяцев. Вот и 5 месяцев. Давайте попробуем еще. Если не все, да не будем больше мучить. Слишком ярко, не очень полезно. Ты дела? Давид! Подожди, посмотри. Посмотри, как сейчас вылетит. А, Давид! Папа! Давид! Ку-ку. Подожди. Все. Не, не, ну все, все, это мне кажется. Сюда. Так, нет, слишком рот как раз, слишком. Давайте попробуем. Давид, смотри на тетю, смотри. Так, ну, либо вот это, либо который через одну было. Вообще молодец. Да? Ну да. Вот у нас фотография. Сейчас выберем какую. Ну, это, кстати, тоже хорошая. Так, все, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем фотку смотреть. Пойдем? Давай. Кто там фотографировался? Дамирка фотографировался. Будешь смотреть? Нет? Все, на ручки пойдешь. В общем, миссия первая выполнена, а теперь у нас новая задача. У нас же сегодня 14 февраля. Мы с сыном, сейчас маме, будем... Опа, сейчас мы натянем шапку сначала. Чик-чик-чик. Опа! Мы с сыном пойдем, маме сделаем какой-нибудь подарочек. Да? Угу. Пойдем маме купим конфеток, шампанского. И какую-нибудь открыточку. Может быть, шарик. Да? И вместе с сыном подарим. Ты с шариком будешь, да? Маме шарик будешь дарить? Я шарик подарю. Маме, на 14 февраля скажешь: мама, мы тебя любим, да? Все. Идем сейчас до цветочного. И сегодня мы еще ожидаем гостей. Нам нужно будет купить что-то друзьям, ребенку. В общем, пришли мы в цветочный, да, сын?
Думали, цветы не брать, нам говорят, хризантемы есть ромашковые, может, все-таки возьмем хризантемы и возьмем бутылочку вина, шампанского. Открыточка, кстати, я тут нормальных ничего не увидел. Такие все простые у нас. Спасибо. Оригинального ничего. Сейчас интересует единственный вопрос, как я вот так вот совсем сейчас буду ходить с ребенком на руках, еще по магазинам пройтись надо. В общем, сейчас как-нибудь справимся. Пойдем. Пойдем. Папа выход нашел. Цветы он оставил там. Этот ребенок там ходит. Все. Пойдем, 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 пойдем. Что там рассматриваешь? Пойдем. Так, а нам Денису что-то нужно брать. Так, малыш подруги. Миша. А этот ребенок, он конфету ждет, да? Итак, сын выбирает себе подарок на 14 февраля. Да? Ты единорожку хочешь? Да? Единорожка, да? Нравится? Берем. Клади. Клади в корзину. Пойдем на кассу. Пойдем. Кстати, вот такая штука тут есть. С малиной. Первый раз вижу. Рафаэла. Здорово. Обрадуем. И Наташа на шампанское. Любимая с ванилью. Заходи к маме. Мама. Иди к нам. Давай, маме. Цветы. Дари. Тихо. Ты меня пришел поздравить? Человек! Я тебя поздравляю! Я счастлив! Иди поцелую тебя! Иди поцелую тебя! Тихо, хорошая! Я сейчас расплачусь! Ты что? Ого! Это презент от папы. Папа. Ого, спасибо, мои музыки. Не зря я голову помыла. Почеловай, иди. Так ты мне даешь цветочки или нет? Дари маме цветочки. Дари. Ты мой маленький человек. Поцелуй. И что? Ты меня поздравляешь? Ну заходи-ка, заходи. Сынок, стой. Тимой маленький человек. Тимой и счастье. Поздравительное мое. Дай поцелую. Дай тебе поцелую. Тимой хороший человек. Это ему понравилась такая штука? Он выбрал ее. Я снимал, как он выбирал. Спасибо. Спасибо, мои ребятки. Ребятусечки мои. Давай маме цветочки. Мне нужно поменять уже. Видишь цветы? Да, мои уже завяли. Спасибо, мои родные. А? Так, а вот к Дамирке в гости пришел друг. Иди, а что ты куда-то убежал? Сынок! Ну, а Дамирка еще не понимает, что... Он уже забыл, наверное, Денис. Вы же давно, да, были у нас? Уже, ну, месяца два, наверное, да, назад? Да, больше, еще до Нового года. Да? Ну, сейчас разгуляетесь, да? Нет, не дам я тебе. Ой, господи, куда я собаку ставлю? Мать уже твоя вообще. Нам пришли гости вот эти. Дениска. Смотри, что тебе. Да. На. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Ты заберешь себе домой, будешь чаем пить дома. Договорились? Давай, дядьку обними. Ух ты, какой вообще. Вы знаешь, как за тобой скучали? Ты там так редко приходишь. А мы в магазине еще встретились только что, да? Дениса. 9:10. Может покривляться, да? Он залетел туда сдавать анализ. А там уже до 9. Мы опять за своей машиной пришли? Не боитесь? Гелик. Нет, Денис сам взял и сказал, что будет играть с Дамиром. У Дамира такие холодные. У нас до сих пор есть ваша вот эта машина. Она, оказывается, на батарейках красная. Наверное. Вставляется, переключается тумблер, типа. Можно? Наташа, Лариса тоже тут подарила, да? Лазочки. Опа. Нет,
это Максим и Лариса. А, Лариса, Максим подарил. Что мне Лариса будет дарить? Она что? Не знаю, но в гости пришла. Да этот праздник мужчины дарит. Ладно. Прости. Что, тебе задели? Ну а папа принимается за заготовки. Сейчас мы заморозки будет размораживать. Блин, я проворонил. Надо было все заранее сделать. Я сейчас буду жарить морской коктейль зажарочкой и делать лапшу. Так, папа забыл подсолнечное масло взять, поэтому будет на сливочном. Сейчас мы еще все это подготовим. Так, такую лапшу подготовить. Делать. Вода уже кипятится. Ну вот, я тоже сам. Гости все почти в сборе уже. Ты же сказала? Нет. Долго не застрять. Так, зарядочка пошла. И тут жара даже пошла. Поехали. Оп. Любите и будьте любимы. Да? Ура! Но у ребенка своя атмосфера. Вам все ботинки достают, да? Он кроссовки ищет. Ага. Дамиру нравится, да, он нам кроссовки носит, чтобы мы ему одевали. А это что ты там отрывал уже? Да, ну, я считаю, а? Вот так вот у нас происходит большинство готовок, да? Обезьяна вообще делал. Укусила? Обезьяна укусила. Прям сильно? Ничего себе. Ну так. И этот. Мы так моем посуду. Не, ну обычно посуду, кстати, моем. Кто видел мои сторисы в Инстаграме? Ребенок двигает сюда стул, просит поставить стул, включить воду и моет посуду. Да. Полтора года моет посуду уже. Обезьяна чуть-чуть ниже не вот. Здоровая такая, старая была. И он кормил ее орешками. Если бы не успели разморозить. Морепродукты. Что сделать так? Спайдермен! Полетели! Папа пока готовится, развлекается. Тебе тоже нравится? Тебе тоже нравится? Кроха моя. Получается, как я делаю? Я не знаю. Я просто даже рецепты никогда никакие не смотрю. Я беру вот так вот. Этот. Ну, сейчас не было подсолнечного масла. Я туда сливочного добавил. А потом пришлось разморозить, кинуть кипяток морепродукты, чтобы побыстрее их выловить. Вот. Нарезал морковочку, лук, рыбную приправу. Просто так. Майонеза туда. Даже без этого, да? Без расчета какого-либо. Потом соус терияки. Опа. Так, пальчики туда. Опа. И сейчас я кавказский суп достану. Кавказский соус острый. Опа. И все. Теперь все перемешиваем, тушим это дело. Можно водички не подавали, чтобы она все не выкипела. Чтобы как подливка была. Я в предыдущий раз вообще кадыкамбулу делал, я это начал жарить ее, потом понял, что слишком много овощей сделал, что камбула не прожарится, я ее запихал, ну, жарил так же, запихал в духовку, накрыл фольгой и все. Вкусно очень получилось. Я вообще все с соусом терияки готовлю, во все эти добавляю. Я буду с тобой делать. И вот, или лапшу, или рис. Скрытая реклама Роллтон, да? И Кока-Кола. Это сердце реклама. Ну. Признавайся, сколько тебе платят за рекламу? Сердце? Роллтон. Роллтон? Кто платит больше, Роллтон или Кока-Кола? Так,
Мне, кстати, очень много рекламных кампаний поступает. Мне даже вот это Ясно Солнышко, короче, компания предлагала свою продукцию на, типа, этот, они новую продукцию мне на пробу пришлют, чтобы я их прорекламировал. И как? Возьмешь? Я согласился, но они пропали. Как-нибудь мне помоги. Сами предложили, сами пропали. Помоги. Чем тебе помочь? Подними, это я не хочу. Все, мое творение почти готово. Ой, как кричите-то. Это была маленькая кухня. Да. Вот так была стена. И вот так вот еще был стол. Прям что-то было вообще просто. Ляпота. Что со мной? Ты оливку пробовал? Да? Не нравится? Давай, ну, папин сын, я ж знал, а? Я знал. Попробуй еще раз. Нет. Правильно, правильно, сын, еще ногой затопчи. Это приходит с возрастом. Я раньше тоже не ела. Я тоже не ел. Все праздники. Лариса, упали. Хаос, хаос. Денис, огречку. Так, это что такое? Шоколадки тут летят, все летит. Так, оно положил на место, быстро слез. А, этот лупит меня. Это снимаю. Каково, каково родителям с двумя детьми? Не, я тоже хочу второго. А, но я, походу, не совсем понимаю, каково это. Помогите! Ты что бьешься? А? Я сейчас за нас тебя потягаю. Ой, ой, ой. Денис! Так, все. У Славика ресторанное его блюдо готово. Танюху не показываем, Танюха не любит показываться. Все. Из какого ракурса тебя снять? Подожди, Денис. На, мокрые руки, блин. У меня тут веселье. Опа. Опа. Поехали. Дамир, ты что там делаешь? Нет, Дамир кусает. Дамир. Сюда же залазь. Ой. Только не бей пока. Мама, смотри. Друганы. Что это? И что вы делали, дети? Во-первых, мы в наших 34 квадратах вот это все происходит, да? Вова, тебе эстафета перешла, это было со мной в недавнее время. Бо, все, все вокруг тебя теперь. Они отлично исполнились. Все, а папа теперь отдохнет. Теперь папе можно отдохнуть, реально. С Максом, с Денисом уже сидели. И суши к нам тоже подъехали. Ты же приводила Катьку, мы с ними говорили нормально. Итак, пару часов спустя. Грусть, печаль. А тут веселье продолжается. Наша хата официально прокачана. Так, ребятки, все, день подошел к концу. Девчонки собрались, уехали. Мы их отпустили погулять на дискотеку. Мужики все разошлись, уложили детей спать. Вот. Все уже убрано. Хаос разобранный. Так что я буду монтировать видео, чтобы порадовать вас новыми видосиками. Я немножко отстал от этого дела. Я очень много проблем дел было, разгребался. И сейчас постараюсь чаще выставлять, чаще снимать для вас. Сейчас разгребаю, даже честно скажу, за ноябрь месяц буду выставлять видео.
и видео из категории дневники памяти вообще за сентябрь месяц они тоже будут. Даже раньше есть. Но это музыкальные подборки видео, короткие. Вы все знаете сами. В общем, до новых встреч. Всем пока-пока. С вами был Бородатый Папа. Бородатый, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.